Всем привет! Меня зовут Света, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня будет очень короткое видео, в котором хочу рассказать о совместном проекте, который организовала Наталья Хомякова и ее канал Визана «Свяжи себе пару». И вот я тоже решила себе связать пару, а точнее несколько пар носочков. И сегодня выпускаю первое мое видео по этому проекту. Итак, вяжу носочки из пряжи. Вот такая вот пряжа. Это пряжа Ализе Лана Голд Батик Дизайн. Так, на 100 грамм 240 метров. Цвет, сейчас скажу вам цвет. Так. А, вот здесь колор 45-74. Вот. Пряжа, как вы видите, секционного окрашивания. Переходы от коричневого, красного, молочного, бежевого цвета. Очень красивые переходы. Я увидела такие носочки с переходами, с градиентом. И мне очень понравились. И решила связать тоже такие из такой же пряжи. Пряжа толстенькая такая, но мне как раз такие носочки и нужны толстенькие. Они будут более тепленькие и получаются вот такими вот секциями. Как видите, я вяжу носочки, половина носочка у меня лицевой гладью и половина носочка изнаночной гладью. Соответственно, на изнанке получается наоборот. Вяжу обычными, самыми обычными китайскими спицами номер 2,5. И скажу о той особенности, что вязать я начинаю от носка. Вот так вот, вот выглядит начало моей работы. Набираю 10 петель. И затем прибавляю вот здесь вот ленточное получается. Как говорят, ленточное закрытие. У меня тут ленточное открытие. В общем, начало. Вот так вот, вот выглядит у меня прибавочки. И дальше перехожу на свою вязку. У меня будет пяточка бумеранг. А дальше уже высоту я буду смотреть, уже мерить, прикладывать к ножке и смотреть, как будет получаться. Вот такая вот будет у меня первая пара. Но я думаю, так как проект у нас будет длиться долго, я хочу связать еще одни носочки. И буду я вязать их вот из этой пряжи, которую покупала фикс прайс. Это пехорка, сельский мотив, пряжа для ручного вязания. Номер 517, коричневый меланж. Немножко с ворсинками. Так, по составу. 30% шерсть и 70% высокообъемный акрил. 200 метров на 80 грамм. Вот такая вот пряжа. Эта пряжа у меня осталась от вязания женского кардигана. Кардиган я вязала для себя. У меня остался вот моточек и еще немножечко. Из нее я хочу связать еще носочки. Мне кажется, она очень хорошо подходит для носков. Тоже будет тепленькая. Ножки будут в тепле. Так, и хочу сказать, для кого я буду вязать носки. Эти носки будут 48 размера. Либо на меня, либо на мою дочку. Эти, скорее всего, тоже так же. А в дальнейшем, если уже получится не в рамках проекта, а так, то буду вязать для всех членов своей семьи. Хочу связать себе такую корзиночку с носочками, в которой будет очень много носочков, и которую я смогу подарить своим знакомым, родным и близким, и которую мы сможем использовать сами в своей семье, чтобы в любой момент, когда мы захотим, можем открыть эту корзиночку и вытащить прекрасную пару носочков. Вот первая моя пара. И вот чем я буду заниматься в рамках проекта, организованного Натальей Хомяковой и ее каналом Визана «Свяжи себе пару». Девочки, всем успехов, всем красивых носочков, всем здоровых ручек и легких петель. Всем пока!